Это что еще такое? И я зря это сделала. Ёша, уходи, тут огромный кот! Да я не могу. Кот? Давай, мама. Давай, секундочка. Мама. Последняя секунда просто. Ну, привет. И сегодня мы с ребятами снова пришли в мир Дэнди. А еще нас обманули. Вот, и знаете, я решила сразу об этом сказать, чтобы вы все поняли об этой игре. Мы хотели купить здесь новых, хотела сказать, питомцев, новых героев. Вот я себе присмотрела вот Брайтни. Я подумала, что это розовый пень, но она мне понравилась. А мне нужно, кажется, ее сначала найти где-то в лифте. Да. Ну, в смысле, как... Нет, тебе ну, в смысле, нужно на этаже, пережить да. 5 блэкаутов. А, ну, в общем, значит, да, непонятно. Тут разные квесты, как нужно найти или что-то сделать, чтобы получить, вернее, даже купить этих ребят. Поэтому а мы это, уже конечно, задонатили. Да, мы потратили робоксы, это прям обидно. Ну, значит, ну, будем что, их искать. Только... Да. Да, да, придется выполнять все условия, и потом уже будем покупать. Угу. Ну что, давайте готовиться. Я вообще, если честно, немножко переживаю, потому что мне очень сложно здесь выживать. У меня каждый раз включается паника, и что-то идет не так. Но, вот, кстати... Ну, стараемся. Когда тебя кусают, вот в этом персонаже у нее пассивка, она быстрее бежит. Ага. Да, ну мне это все равно не помогало. Ёлки-палки. Слушайте, на самом деле очень легко скрываться. Просто заходите за, да, за какой-то предмет, какую-нибудь штуку, они глупенькие. Шкаф, стенка, что угодно, ну, и все, они тебя не видят. Это да. Но еще, знаете, что нужно делать? Не нужно использовать shift тогда, когда ты не убегаешь. Да. Нужно просто идти. Мне просто хотелось всегда побыстрее. Это да. И я всегда нажимала на shift, а потом за мной кто-то гнался, и все, я умирала, потому что у меня shift закончился, и все. Блин. Я нажала не тогда, когда нужно. О, это ты? Зачем тут ты мне помогаешь? Тут есть не только мы. Вредина. Мы же еще и одинаковые. Вообще это логично, да. Ну, вернее, ну, мы и монстры. Да. Да. С маленькими. Что-то никого не вижу пока, если честно. О, собака! Серьезно, я сразу наткнулась на этого песика, да, который боулинг, шар для боулинга, и на креветку наткнулась сразу же. Ах ты! Да боже мой! А что? А почему? А как? Почему? Я, короче, ты умерла? Нет, я сейчас умру. У меня он отнял две жизни. Да потому что этот пес, он такой неприятный. Да. Все ясно, ребят. Я сейчас умру. Они сразу ко мне липнут. Уйдите от меня. Уйдите! О боже, ну Ульян, ну начало видео. Ну что ж такое-то? Я не виновата. Я не виновата в том, что они просто берут и сразу агрятся на меня, и все. Зато у меня есть два чернила. А, тут же нельзя возродиться. Да. Да, в этом и прикол, поэтому мы сейчас с Ланой идем умирать, блин. Ну что поделать. Так, ну что, ребят, да что ж такое? Ульян, это твоя лампа. Смотри, Лан, это твоя лампа. Это та самая, тот самый пень. Да, но тебе нужно ее не просто увидеть, а как-то с ней взаимодействовать, блэкауты какие-то пережить или еще что-то, она меня сейчас убьет. А, хотя нет, я спряталась. Шифтуйте, ребят, вы что, про шифт забыли? Нет-нет, я спряталась за коробкой, она меня не увидела. Ай, страшно? Ты совсем, блин? А вот видишь, как я себя чувствую каждый раз, когда ты так делаешь? Неприятно. Ага. Ну да ладно. А тут прошу прощения. Этот нет, пёс. Такая же, как мы, и шар. Лампа. Ага, все. Вон я вижу, навижу. Но для лампы разъярённые. Недостаточно ее найти. Тут Лана, там. Это другая. Это другая. Да. А где. А, о! Машины, вот они. Что это? А, лента, ладно. Я надеюсь, меня здесь не достанут, потому что это уголок. Опа, я сделала. Отлично. Лампа уходит куда-то, ребят. Угу. Видал, куда-то пошла. По стеночке, слушайте, по стеночке. А что, если она просто вырубает свет, когда ты на карте, и ты должен просто как-то пережить? Блин, если честно, все-таки непонятно. Я думала, я поняла, но я все-таки не поняла. Да-да. Может быть, просто нужно умереть от каждого персонажа, которым ты хочешь стать. Вернее, которого ты хочешь купить. Странно звучит. Ну да.
Ну что, как? Так, я делаю третью машину. О! Господи, испугалась. И готова. Еще одна осталась. Ага. Да, она здесь у меня, но что-то мне очень страшно. Что-то пока не вижу. А. Просто меня только что чуть не поймали. Ты не бойся. Слушайте, а что это тут? Интересно, такой питомчик, будто бы каменный бобер. Интересно. Вон там. Там просто есть картина, и я его не первый раз уже вижу. Ой, тут прям мультик какой-то про них. Это та самая ромашка. Ага. И еще там кто-то был. Осторожно. А, это я не сейчас вы. Доделаю, идите к выходу. А тут рядышком выход где-то был. О, боже мой. Отлично, я бегу. А почему ой-ой. Сразу внезапно... Человек так... меня преследует. Какое сердцебиение. Пока человек. Ну, потому что страшно. Он возле лифта прям, осторожно. Человечек, это прям... Не... Осторожно. Ульян, дойдешь? Я постараюсь. Отлично, отлично. Отлично. Неужели я в первый раз поднимаюсь на второй этаж? О, магазин. Ой, я ничего не буду покупать. Ничего не буду покупать. Я буду копить деньги. Инструкция? Инструкция? А, но мне все равно, кстати, не хватает. А я куплю. Ага. Что она дает? Ну давай. А, на 10 секунд ускоряешь на 50% свою машину, вот эту когда чинишь. Да, удобно. А, инструкции поэтому называется. Да, да. Ну, это полезно, вроде как. Ну да, да, определенно. Да, еще как. Особенно, так, если у тебя осталась одна жизнь, например. Ой. И тебе нужно поскорее. Вот этот камешек бобер. Вот он. Камешек бобер. А ты или подбираешь нет, всякие штучки? Звучит чудесно. Да, когда я вижу, я нажимаю на Е. Вернее, когда у меня показывается Е, я на нее нажимаю, собственно. Это что еще такое? И я зря это сделала. Я зря это сделала, меня убили. Вернее, не убили, а у меня забрали одну... Что? Одно сердце. Одно сердечко. Зато я нашла того чувачка, которого хотел купить Йоши. А-а-а. Ну, я не знаю, как это работает. Он, короче, тут невозможно будет починить машину, потому что он здесь за тобой следит. Вот нажал на Е, когда не нужно, блин. Так, кажется, здесь должны были быть аптечки, правильно? Да, они иногда валяются. Если найдешь, тебе все три сердечка восстановят. Вот мне нужна аптечка. Мне нужна аптечка, это точно. Меня! Нет, отпусти! Мамочки! Да меня, блин, укусили! Кто? 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 Как ты? Коробочка. Нормально, а ты? Ах ты! Ах ты! Ай-яй-яй-яй-яй! Слушайте, тут даже нельзя купить просто за робоксы сердечки. Это вообще, я не понимаю, это игра против донатов или что? Необычно довольно. Да? Так, сейчас я сделаю. Отлично. Опа. Господи. И я сделала тоже. Я испугалась. Осталась одна. Капсула, что нам дает? Ты напугал меня, блин, шарится тут рядом со мной. Тебе надо найти того, которого ты хотел купить. Иди посмотри на него. Я просто... Вот тут, ладно, осторожно. Мама! Йоши, непонятный, неправильный Йоши. Извините, пожалуйста, это я. Блин, меня укусили все-таки. В другой стороне. Ай. Очень больно. Валим. Нам нужна аптечка. Нам нужна аптечка. Я вообще-то хотела прожить как минимум 5 лифтиков. Счастливую жизнь. Ну, это тоже. 5 уровней, а мы только на втором этаже. А сколько у вас жизней? Одна. Меня этот чел, который лупа. Давайте я пойду. Где еще? Вот как раз-таки там, где он. А я не знаю, как там сделать. Где? Вот тут вот. Он тут прячется. Смотри. Да, за библиотекой. Туда вперед или куда? Вот здесь. Вот и направо. И вот тун-тун. Ага. Тун-тут. А где чел? Ну вот, если подберешь эту бутылку, он выпрыгивает. Да? Ладно, осторожно. Мы должны уйти и убежать. Уходите, ребят, уходите. Сейчас. Лен убегает. Уходите вообще, чтобы вас не убили, я блин. Я пытаюсь. Можно вообще в лифт пойти. Пойдем в лифт. Идите в лифт. Да? Ну сейчас, давай. Ты потом не забудь нажать на Е, но не забудь также убежать, потому что он там наводится Договор. Через какое-то время. Хорошо. Ёша, а ты видел того этого? Вот я тут. Я думала, это монстр. А монстр за мной. Короче, блин, Ёша, знаешь, ты прекращай, если честно, меня уже пугать. Вот так вот, потому что я не могу теперь разузнать, кто из вас кто. Фух, так. А у нас тут что-то говорят. Это что? О, мне дали еще одну инструкцию. Мне дали какой-то предмет. Да. Прикуриватель для машины. О, и что он делает? Не знаю. Так, та же карта. Пойдемте. Осторожненько. Он что-то добавляет, я что-то не успела перевести, но, в общем-то, и не важно. Фух, как же мне страшно, а? Ужас какой. Так, мне нужна аптечка.
потому что у меня одна жизнь и одно неправильное движение, и все. О, креветка. Она, кстати, самая бесполезная. Не в обиду креветкам. Мне кажется, она сейчас идет меня убивать. Смотрите, прям целенаправленно. Чтобы ее получить, да, она не очень нужна. Там у нее просто одни звездочки. В смысле, по одной. Че, так и не нашли аптечку, кстати говоря? Нет, мне так страшно, что я... Да ну тебя, ты креветка, а. Че ж вы агритесь на меня? Уйди! Уйди! Иди в море. Если честно, я пока бесполезная, я просто, мне страшно, и я в комнатке тут сижу. Кстати, а мы говорили, что тут каждый раз разные карты. Ну, бывает, бывает. Меня убили! Кто? Ну, кто? Полу-Ёши. Ёши? Я еще машину не могу найти. А они там в большой комнате две, я одну почти закончила. Я помню, здесь была где-то, я еще умерла, здесь нет? Нет? Нет, там с другой стороны. Они каждый раз, да. Они же рандомятся. Ладно. А, их тут три в этой комнате. Да, Ульяна, иди вот там прямо. Ой, там Ёши. Вот как раз... Не настоящий. Да, не настоящий. Фейк. Вот как раз туда тебе надо. Я уйду пока. Не пойду туда. Сейчас он там пройдет, чуть-чуть так вот поднимется. И тут да креветка! Вы посмотрите, почему они так ходят очень... Опасно. Ульян, давай ты поживешь лучше. Нет, я умру. Я могу сделать сейчас два. Нет, не убивай. Не убивай меня, пожалуйста. Что, она отстала? Она не отстанет от меня. Ты убеги куда-то и спрячься, и тогда она отстанет. Вот так, стой, она тебя не видит. Все, я стою. Только нам в обратную сторону, кажется, надо будет идти. Или это лифт. А что она идет? Ага, все, отлично. Она ушла. Не, нам нужно в другую сторону, бандаж! Кажется. Бандаж! Бандаж тут был! Где? Большой в этой комнате? Ульян, иди. Да, обратно. Где вот это, которая Лана. Слева? Лан, руководи. Так, нет. Ульян, выходи. Это вот тебе чуть правее, а потом значит, прямо, мне кажется. Значит, там слева Ёши. Правее. Так тебе правее честно, прямо. Да. Где креветка? Да, вот сейчас беги прямо в дальнюю комнату. Прямо? Вон, да, вот туда, вот правее, сюда, правее. О, боже, Ульян! Ёши, тут сейчас будет хана. Хватай! Это был бандаж. У меня переполнен. Нормально. Используй что-то. Все хорошо. Я использовала. Ёша, уходи. Так, а что, это не бандаж? Да все хорошо. Вот по центру бандаж. Сейчас, подожди. Не ходи пока. Вот сейчас. Я его тут вожу. Взяла. Использую. Ты вылечилась? Я съела. А у меня одна только. А что, одно сердечко восстановили? Одно сердечко пополнило. Значит, господи. Это какой-то. За тобой слабенький. Бежит, да, побежал, да, за тобой. Ульян, хорошо. Да. Подожди, а он отцепился от меня. Ну все отлично, бывает. Значит. Все, иди к лифту. Все, окей. А ты сделаешь, напротив. А он тебе не согреется? Сейчас сделаю, я почти уже. Все, ну, не переживай. Я выбрала пассивную игру. Я перестала... О, отлично. Я перестала выполнять какие-то задания. Ну ничего, главное выжить, пожить, поездить на лифте. Ипе, да, согласна. Опа, а что тут вам предложат? Ульян, кажется, еще один бандаж. Нет? Да. 60. Забираю, у меня 122. Ульян. Покупай. А у тебя сколько? Покупаю, у меня 140, покупай, мне не надо. Ну ладно. Я ты фуловый. Тоже можешь купить, у тебя осталось? Купи, ты да, тоже. У меня нет мест. Так купи, говорю, у меня что-то. 3. Да я купила. Господи, Ульян, а купи и съешь, а ну тебя исчезает. Я только сейчас об этом подумала, но, в общем, поздно, было поздно. А ты не хочешь его сразу использовать? Ага, могу. Да. Использовала. Да. О, машинка. Смотрите, о, там машинка. Показывают на экране этого двухголового. Да, ой, вы что? Да, я там прям, Ульяна, отойдешь, вот у тебя посмотрю. За спиной прям там киношка. Хорошо. Сейчас челик на меня сагрится, он на меня сагрился. Они какие-то опасные. Ульян идет в твою сторону, Ульян. Ульян, убегай. Она Ульян идет в твою сторону, Ульян. Отлично, все правильно, отлично, да. Отлично, убегаю. Так, это что такое? Это... Господи. Да, это он. Я его дважды уже наткнулась на него. Так, а я не заметила, какой у нас монстр там. Опять как Ёши? Да. Да. Все, ладно. Ну, блин. Нам точно нужно менять персонажа, потому что это ужасно неудобно. Да, да, что он похож, это вообще капец. Угу. Да. Каждый раз путаю. Ух ты, а что ты идешь сюда? Зачем? Кто я? А. Не ты, он. Он, не ты. Угу. Хорошо. Ульян, не бегай, может, лучше пока. Да я случайно нажимаю, я уже, блин, мне уже не нравится это. О, зацепился, осторожно. Стой, ты зря убегаешь, он отцепился. Вот тут отцепился? Да. А мне просто не видно сильно за спиной, что происходит у меня. А звука нет никакого, когда он отцепляется? Ну, кстати, я не замечала, я замечала только, когда он цепляется. Нет, звука нет. Ага.
Звука такой нет, точно. Такой бум. Хорошо. Бум. Ну, такой-то. Ну, я плохо изображаю звуки просто. Вон там, а, Ульян, назад и правее. Там в комнату, ага. Видишь, красное светится. А, там вижу. Там надо как-то да. Пройти туда. А там кто-то есть? Не ну, вижу. Там по дороге был этот подозрительный тип. Ёша, а ты находила ту лупу, которая вот она? Да, вот иди, там она на тебя выпрыгнет. Вот, да, сейчас подбери, и на тебя выпрыгнут. О! Только ты убегай, потому что он исследует тебя и убивает твои сердечки. Исследовал. Ты совсем? Но он тебе сердечко... У тебя не сердечко было, нет? Да. Да? Блин. Да ничего страшного, я не умираю все равно здесь. Да ты уверенность в себе, мне нравится. Да. Опа, он опять эту штуку положил. Ульян, к тебе бежит. Я бегу к тебе, осторожно, убегай. Уходи, уходи, убегай. А куда? А, тут тупик! Куда угодно. Ничего себе, ты быстрый. Нет, пока нет. Отлично. Давай, ты можешь я вот тут пойду. Переждать, он не увидит тебя. А теперь уходи, 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 Ульян! Ёши! Ладно, я надеюсь, что он не согрется на тебя. Я, знаешь, нормально. Я пойду, наверное, лифт поищу. Иди, иди, иди. А давай, он... давай, давай, займись этим, все правильно, этим, иди, иди, Ульян, иди к лифту. Это он прямо? Возможно, да. Это он? Да-да, постой вот тут за этим, да-да-да. Все, нормально. Ха-ха-ха. Кстати, а это, между прочим, сейчас будет 5-й этаж. Ух ты! Если Юша сейчас еще выживет. Должен, да. Должен. Конечно. А у меня была цель просто 5 этажей минимум. Вот она, кажется, сейчас исполнится эта цель. Подождите, а это можно выбрать что-то? Да, да. Уменьшает время, необходимое для заполнения. О! А, ну ладно, как раз. Подождите, а где же... О, что это за комната? Ого, а что это такое? Новая комната. Абсолютно что? Новая. Тупик внезапно. Шоколадку будешь покушать? Шоколадку? Ну, я возьму, пожалуй, да. Ульян, я нашел этого цветика-семицветика. Ёша, Ёша, уходи, Ёша, уходи, Ёша, уходи, тут огромный кот! Да я не могу! Кот? Обалдеть. Отстань, кот. Он укусил тебя, он убьет, Это сейчас. Не кот, это не кот. Ладно, это кот. Это кот. Кот меня добил, а укусил меня я. А что за кот, блин? Господи, что это такое? Откуда он взялся? Ульян, такой? Ты бойся, там огромный жуткий монстр. Он очень большой и страшный. Ладно. Спасибо большое, что предупредили меня. Так, можешь вот тут еще одну штучку попробовать? Я слышу. Нет, это он, смотри. Котяра, я видела его на обложке этой игры. А как от него скрыться? Не знаю. Ну, бежать от него сложно, если честно. Да, он очень быстрый. Он мурлыкает как-то очень, ну, неестественно. Да, я не слышал. Ну, как-то даже прям... кажется. Я даже не знаю, как объяснить. А-а-а. Там какая-то темнота и шаги какие-то там эти... Вернее... А-а-а. Но я туда следы. Не пойду, следы. Не да. пойду. О, Ёши! Тьфу ты, блин. Да ты опять пристал. Ну, настоящего тут уже нет. Там кот. Ой, Ульяна, там кот, я чувствую, там кот. Да. Скорее всего, так и есть. А где он? Ульяна! Господи! Ой, еще одна вон там. Я испугала. О, бандаж! Бандаж. Блин, у меня... Надо съесть что-то, съесть. Срочно еще это съем. Да вы посмотрите на него, он не отстает. Он отстал и пошел обратно. Зануда. Осторожно, не встреть его, когда пойдешь сюда. Ульян, ты бы лучше так не шла, он сейчас... Коробка выйдет с этой стороны! Мне же нужно выполнять, ты могла пойти я так никогда не выполню. За ним в обратную сторону. Я не умею играть в эту игру, так что не нужно тут. Я ничего не получается. Ну, пока что ты выжила больше всех. Очень сложно. Все, я здесь выполняю. Ну да. Это случайность. Все, я пока здесь в безопасности. У меня, кстати, 3 сердечка, это неплохо. А еще там бандаж валяется, ты, кажется, его не взяла. Вот я не взяла, потому что... Кот, уходи, 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 кот, Ульян! Сейчас я пытаюсь, у меня не было возможности уйти. Отлично, отлично, убегаю. Он лает. Почему он лает? Вот, я же говорю, он странные какие-то звуки издает. Слушай, а он не отцепляется вообще никак. Так надо было за этим, нет? Спрятаться где-то? Нет, Ульян, хана. А, ну у Хоппи есть вот эта способность, она убегает, если ее куснули. Так, у меня еще есть что-то, я съем. Спряталась бы... Вот, ты видишь? Да, все, вот когда так вот за этой штучкой, он тебя не за видит. Любой. А ты просто по прямой как убегаешь, и даже если ты сильно убегаешь, тебе это не помогает. Да, он тебя видит. А если ты вот так вот прям скроешься за чем-то, то ок. Хорошо. А вон там цветик-семицветик вот этот вот справа а я его от тебя. Видела, да. Он такой типа сидит и hello. Наблюдает. Боже мой, ребята, мне кажется, меня сейчас съедят, да, меня да. съели наполовину. Три? Да, Ульяна, я нашла один бандаж, мне повезло.
есть, но там они идут прям за мной. Убегай! Мамочки. Так, ребят, вы не представляете, что сейчас произошло. Ульян, я там он навстречу идет. Нет, там, там Ёши, который не Ёши, а здесь кот. О, здесь кот? Или где кот? Здесь да, вот кот! Иди кот, лучше кот. К Ёши, лучше к Ёши. Лучше к Ёши, лучше я к Ёши. Я не могу, я уже использовала весь shift. Это очень плохо. Остается 10 секунд. Ульян! Shift. Я пытаюсь. Пожалуйста, ты должна успеть. Он тут сразу слева, ты успеешь, да. Ты молодец, ты давай, успеешь. Давай, мама. Давай, секундочка! Мама. Последняя секунда. Боже мой. Просто. Фух, неплохо, неплохо, неплохо. Так, ну я считаю, это... О, кстати, бандаж. Это рекорд. О, бандаж. Ну я возьму, но... Даже два возьму, наверное. Ну это полезно. А, нельзя! Вот, тогда все отлично. Ну, в смысле, не жаль, что я в прошлый раз его не взяла. Да. Слушайте, ну, знаете, я одна не пройду точно, потому что... Да, надо посмотреть, давай. Я посмотрю, конечно, но ничего не обещаю. Так, справа видно, слева видно. Ой, там лампа твоя, кажется. Кто там? Ой, а это кто? А давайте умрем от нее на всякий случай. На всякий случай. Ну, чтобы вдруг она мне попадется. Ну, давай, давай, давай. Ой, смотри, как ты... Ой, как ты, ничего себе. Ой, это возьми что? Вот эту. Да, ха, плюс две бом. Штучки. Отлично, меня обернули. Ага. Я выжила 5 этажей. Ну, это классно, это круто. Так, ребят, ну что, мы сейчас посмотрели с ребятами, и мы тут нашли этих чувачков, которые... Ага, твистедов. В общем, персонажи, да. И, к сожалению, мы не выполнили те задания, которые нужно сделать, и у нас пока нет этих персонажей, мы не можем их купить. Но, возможно, в следующий раз у нас получится это сделать, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока! Пока! Пока!